осталось по ЦП и ПЗ. Фри же ушел вроде. Что, привет, нет, он пошел. Серега, ты по ЦП, если что. Сейчас будет ПЗ сделан, еще один. Все, у нас все. Надрать жопой. Два проебанных матча у нас. Дизмораль сейчас маленькая. У меня нормально все. Манчестер Юнайтед ебашит. Ты не слышно, ни хера. Не слышно тебя, Дим. Квакаешь, что-то все равно. Кому же он реально квакает, не? Не знал. Не слышно, кого. Что ли? Ну ты чайник, Игорь. Да, Игорек. Суровые вы уральские парни, бля. Е-мое, у тебя только на поездах ездить, бля. Да, твой вид транспорта. Ладно, сдашь, у нас один пацанчик седьмого раза только сдал. Это ерунда. А у вас там механика или автоматика? Или сейчас оба? Сейчас выбираешь. Я не знаю, слышно, что ли? Быстрее надо взирать, потому что это... Я... Мы с Курским на автомат. Пацан, простите, что помню, на автомат, только механик. Джонни, что там они? Я тут. Лёха, поговорить с ним. Лёха, чё? 20 минут, давайте, мне надо за 20 минут ебануть матч. Я сейчас автобус, блядь, приглашу. Мы дома. Да, мы, по-моему, приглашаем. Я дома. Я на улице. Вынес с комп, тащусь нахуй. Другу зови. Да, Игорь. Город не сдал, это пиздец, конечно. Ну, ты забашлял, что ты паришься, блядь. Не знаю, что с первого раза сдал, блядь. Игорь, не будешь никого. Все, вот ладно. День, как я сдался, я сразу же право получил. Вечером катался. Прямо хулился там по городу, по сибирским листам, блядь. Реку медведя объезжай, блядь. Да. Проплатил, блядь, и все. Ну, маленько, да. Не в черный написали. Мне похуй, я в красный. Я в синий хуячу. А, бля, я в желтый ошибся. Терибле. У них боты. Левый фланг у них бот. Отлично. Что вообще? Три человека в защите. Да. Ладно, соберитесь. У них тоже не персонал, Ром. Ну и чё, я плохо отдал, на отцов.
Хорошо. Хорош, лучше, ну, давай, Диманович. Нормально, нормально. О, как хорошо сыграл, молодец. Да, все нормально. По флангу кидал. Другого не боюсь. Ай. Все, нахуй, эти переводы не буду я делать. Что мне дал бы дальше? Ну, Лешка вроде открытый был бы. Как не, ну смотри сам я тут. Привык как бы. Отлично, отлично. Разыгрывайте там. Текущие по прессингу их, а ЦПшники перекрывайте просто по адресату, старайтесь. Давай, Лёх. Блядь, да, это пиздец. Никуда, нахуй. Закрывайте. Штраф, а, ясно. Можно было лук маленько-маленько подождать, пока он начнет движение на тебя. Просто видишь, ты отдал пас, и они-то ждали этого. Да, просто я мог бы и на ход дать им, а не догнать. Блядь! Ничего. Хорош, Лука. Да, нормально, нормально. Больше дал Афу. Я уже давал ему. Давайте смотрите на веса. Нас же тут, давайте выйдем. Расслабьтесь, бля, вы что кипишуетесь-то нахуй? Так, да, так и кипишуется стоит. Не, на Женька что-то. Да. Не, ну... Неудачно, в общем. Ну да, не туда. Ой, все, что забыли нахуй. Пойдет. Сразу игроков. Отлично. По-моему, бот был в офсайде, нет? А нет, это... Я на зоне, короче, на всё забыл. Давай, Андрей, скинешь, если что, на ход. Перевести на хоровый. Вот сволочь, а. Блять, мог удалить, что план хорош. Хорош. Эх, в центр бы. Да я дал. Я понял, бля. Затолкал нахуй. Блять, живой еще убежал, сука. Извиняюсь.
Хорош, лук открываешься. Всегда дать тебе можно, красавчик. Хороший рога. Ты странный, блядь. Ты что, не видишь, нах, прямые, блядь, по сыну? Забегай на счет. Мне надо кружу столку, заебал, блядь. Почему, блядь, надо орать? Прямой пас. Че, давайте с, это, с выходом на фланг. Кто сейчас сдавал? Я не выходил. Пробуй ну, на высокого. На ближний. Может забросить там, смотрите, или удар. Ой-ой-ой, блядь. Все, по позиции. Хорош. Эх, не прошел. Все, блин, все хорошо, но только не переигрываю. Вот это провал, подстрахуйте. Фу-фу-фу-фу, блин. Сейчас повезло. Не, ну двое был, я вышел, хз, блин. По-моему, твой последним должен играть. Ну, я, конечно, не мастер. Защите, нахуй. Кто с тобой дальше по игре? Вообще не буду выходить. А второй страхует, хорошо. Офсайд. На Андрея кидаю, блядь. Андрей, подниму так же. Что-нибудь, подниму. Да, да, да. Центр, центр. Куда? На фланг же можно, блядь. Он на работу. Что вы делаете, блядь? Одно действие хорошее, второе пиздец. Андрюх, не ради того, что ты смотришь. Потом жесть. Финт, потом опять переигрывание, блядь. Ну, я не знаю. Почему он на вас... Вы понимаете, только через клики, наверное, да? Не отвлекайтесь. Не расслабляйтесь. Играем. Один пас, один удар хороший. Да, давайте, можем. Они жертвуют. Не хапкать. Проблема с тобой. Или в обороне поаккуратнее, не забывай. Отлично. Хорош, лук. Эх, Андрюха, извиняюсь. О, хорошо, Паша. Да как? Я думал гол. Да ну, я сам, я уже его видел в воротах. Думаю, обычно такие залетают по полету. Блять, вроде начально по траектории смотрю, вроде как ворота. Хорош, хорош. Хорош, хорош, давай. Блять, ну Лёха, ну видно, что в сет. Серёна. Ну я не заставляю меня закидывать, я просто хожу туда. Тут. Оси. Нормально, нормально. Бей.
Давайте, ребята, не разыграйте. Разыграем, разыграем, разыграем. Игорь, подожди. Может, передай мне какую назад? Подожди, Лев, стой, стой, стой. Давай. Ага, сейчас просто, наверное, прямо они будут уже крыть. Так, ты подойди. Похоже, там найдите. Подойди, подойди, да, чтоб они думали, что... Ребят, трое назад. Защитку. Бот выходить не будет на охоту. Сюда рожа можно ноги, вот здесь. Ноги нам, Лоренти, ноги. Да. Хорошо, прошел, увидел, но пас неправильно дал. Да. Хорош. Блять, туда было. Хорошо. Один, один, где? Просто только. Брат, лево, лево. Надо было проще наблюдать, восьмому надо было дать ром. Наперед его махнул. Давай, ты, ты. Отлично. Да, Андрюх. В фоне смотрю, ну ладно. Защитку не проебывается. Фланг? Да не, не, фланг. Давай на Андрюху, короче. На Андрюху, да. Давай, давай, давай. Уй, фу-фу-фу-фу. Не, ёб, что это за выбивание было? О, блядь. Фу, блядь. За игроков, игроков разберите. Бля, фон, бери здорово. Ну, я ближний, я ближний. Ну давай, давай, если не надо. Давайте контрапоры. Андрю забегал же уже. Да, в центр бы, да. Ну что? Зачем? Зачем? Ну, я остановился специально, чтобы подключать больше игроков. Зачем вот это вот лишнее придумывать? Одним пасом, ну я не понимаю. Хорош. Мамонточ, хорош. Ай. Хорош. Давай, Ринди, давай, давай, давай. Понравился. Да добавьте вы паса, блядь, хорош крутиться, заебали нас. Да нет, нет, нет. Нет, ну втроем владели на фланге мяч, и втроем конфинтите, крутите, вертите его, блядь. Забежите, сделайте квадрат, треугольник, блядь. Супер, так я забежал, он мне отдал, ебаный в рот. Оставьте, в защиту вернитесь, 4 человека защитник, кто-то спас поймет. Спас на фланг, давайте я встану сейчас, выйду на фланг кого-нибудь. Там. На фланг кого-нибудь? Кого выводить на фланг, ебаный в рот, вы чё? Пиздец, вы выбираете, что не хочешь. Центр. Ну все уже, все уже. Блядь, Рома.
Да, бля, там вы меня бьёт, серьёзно, нахуй. Зачем да, ну... через НАТО? Ладно, дальше. Давай. Забегай. План, хорош. На Андрея. Завишники, разберитесь. Ой, давай, давай, Джон. Стамина, да? Сожглась уже. Так, защитку разобрались. Нет, один, один. Зачем вдвоем? Одного притянул, наверное. Видишь, что ЦОП играет? Отжимает. Отмена действий. Отходи. Держи меня. Бракоп сразу против. Давай лево, лево. Хорош, брат. Блять. Да, ну хуёво собирали, базаров нет. Всю игру на их половине провели и нихуя не создали, по сути. Они мертвы, надо было их убивать. В первом тайме, по-моему, ни одного удара у нас не было. Нет, было два и один в створ, я смотрел. Статистику. Ладно, ребят, давайте. Один. Я пойду, наверное, спасибо за игру. Погоди. Да. Да, парни, я тоже. Пока. Пойду. Счастливо всем. Так, что нам придумать? Лёха в поле, да? Ну да, наверное. Хорошо. И Мамонта, наверное, выше. Так, я две минутки чай сделаю.